Харків, 3 марта 2018 год. Все веснее и веснее. Метель, пурга. Уж не знаю, в чем разница между метелью и пургой. Наверное, метель — это когда снег с ветром, а пурга — это когда снег с комментариями. Вообще, лучший комментарий я прочитал давеча по поводу погоды такой. Харьковский срок. Тимка, предсказавший раннюю весну, замечен в аэропорту. Да. Просто красота.